Всем привет, друзья! С вами Эрнесто, и вы, наверное, такого точно никогда не видели. То есть скоро состоится открытие сервера «Битва за Донбасс», да? Это военный, первый военный сервер в GTA сам вообще индустрии. Сейчас я, значит, зарегистрировался на этом сервере. То есть там нужно было выбрать стандартно пол, там, e-mail, имя, короче, ну, все стандартные настройки. И потом еще нужно было выбрать фракцию, там, армия России, армия Украины и так далее, войска, в общем-то. Так, я вот зарегистрировался, и я оказался в какой-то казарме, у меня сразу тут оружие всякое, да. Так, на сервере, в принципе, сейчас 130 человек, там, до 1000 слотов. Ну, сейчас тем более вечер. И открытие, я так понял, состоится 14 апреля. То есть я решил здесь попробовать себя поиграть просто. Не знаю, зашел сюда первый раз сейчас просто проверить, что это такое. Думаю, вам это понравится, так что вы поддержите меня лайком, да, и подпиской на канал. Также напишите в комментарии, видели вы такое или нет. Я думаю, вы такого еще не видели, ребятки. Думаю, вас это удивит и порадует немножечко. Так, вот здесь какой-то склад оружейка, так, склад, информация, на складе 0 материалов, так, окей, ну-ка, здесь что-то можно взять, да, я так понял, ну-ка, отойдите, дайте бате взять оружие, блять, ну дайте пройти-то, а, так, склад, оружейка, броню можно взять, два жетона, так, 100 хп, ну ладно, тут можно, видимо, как-то улучшение еще делать, так, оружейка, гранату можно взять, аптечку, за два жетона. Так, еще что тут можно взять? Оружейка, граната. РПГ можно взять. Это, кстати, является тоже РП-сервером, я так понял. Так, все, у меня теперь есть граната. Да, 10 гранат у меня есть. Нифига себе. Все, я выхожу с этой, со своей организации. Так, сюда. Так, я оказываюсь где вообще? Тут какие-то взрывы идут. Нифига себе, нифига себе. Какие-то взрывы. Вон вертолеты летают. Слушайте, офигеть. Подождите меня. Что-то меня никто не подождал, ну ладно. Просто танки ездят, смотрите, просто война идет. Война между Россией и Украиной, походу, идет. Смотрите, какие взрывы, вы это слышите просто? Просто слышите это или нет? Нифига тут еще вон оружейка, можно укрываться. Что тут? О, нифига себе, миниганы лежат, офигеть. Командир базы, стойте все, короче, вот тут объявление какое-то было. Захват остановлен, захватчик покинул место захвата. Ой, 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 извини, извини. Так, все, чувак, извини. Так, давайте GPS откроем. База Новороссия, это вот я состою в базе Новороссии. Так, администрация Новороссии, администрация Украины. Склад, арена. Так, арена. Где война? Где война? Где война, спросил такой. Так, тут было где-то написано, что Украина начала захват, типа. Все в строй вроде. Армия Украины начала захват блокпоста. Вот, внимание, армия Украины начала захват блокпоста. Так, окей, а мы в России, да, мы в России. Нифига тут самолет, пацаны, просто жесть. Вообще, просто скринчики наделают, это так прикольно на самом деле. Офигеть просто, я в шоке, если честно. Можно брать танки, пацаны, можно брать истребители. А где точка захвата? Так, я понял, тут танк можно взять вообще? Да, все танки берут, можно, что хоть, что угодно можно брать. Что, может истребитель взять, я не знаю. Так, я приближаюсь к захвату, нифига там мясо, пацаны, нифига там мясо, вон вертолеты, просто взрывают все. Офигеть, офигеть, что и мусора тут есть еще? Офигеть, ну-ка, ну-ка, это украинцы, да, я так полагаю? Он не сдыхает. Что-то я не понимаю вообще, как он не сдыхает, сука. А, у него несколько бронежилетов, что ли? Меня сейчас убьют, пацаны. Не, меня сейчас убьют. Танки, танки стоят. Обалдеть. Обалдеть. Прошу разрешения на атаку. Какое разрешение? Тут надо сразу гасить всех. Смотрите, тут просто блокпост такой, танки всякие, как на войне в натуре. Тут у всех несколько бронежилетов. Это я как лох, сука. А я в танк могу залезть?
Ну-ка, если смогу, вообще прикол будет. Я в танк залез, пацаны. Это мои вообще ребята или нет? Давай, умри, 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 умри. Давай, сдыхай, сука. Я горю, что ли? Все, мы его убили, походу, или нет? Блять, меня убили. Ну прикольно, ребят, вообще. Офигеть, можно еще раз взять, короче, так бронежилет и просто отправляться заново. Давайте, склад, оружейка. Оружейка. Так, броня, броня. Первый левел за один жетон, оружейка. Можно взять что еще? Аптечки. А у меня аптечки были, вот я тупой. Так, РПГ можно взять. Я РПГ купил. О-о-о-о. Взял точнее. Так, все, все, казарма, да, это казарма наша была. Вперед, братцы, за Луганск, ёпта, все. Погнали, погнали, вон админ, походу, летает, ладно. Стойте, 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 блять, ну, сука, вообще не ждут меня. Козлы, козлы. Кто-то пишет, где кап, сука. Тут пишет ему, ты конченый, какой, блять, кап. В общем-то, ребятки, что-то не получилось у нас с этим типом поучаствовать в арене, да? Ну ладно, это, может быть, я сделаю потом. Ну что ж, ребятки, если вам понравился такой сервер, да, такой ролик, я надеюсь, вы такого еще не видели, просто за оригинальность. Ты что, стреляться решил тут со мной? Свой же. В общем-то, я надеюсь, вы поставите лайк, да, поддержите меня, напишите комментарий и подпишитесь на канал. В общем-то, пишите, понравилось вам или нет. Я думаю, это очень интересно было и для меня, и для вас, как бы. Так что, если вы захотите здесь как бы посмотреть, поиграть, да, это было ОБТ. Это ОБТ, открытие 14 апреля, да, написано. А, наверное, сегодня у нас какое, 12-е, завтра я был уже ролик этот. Если вам понравилось, да, то я оставлю IP в описании. В принципе, можете зайти, проверить, повоевать тоже вместе со мной. Ну и все, ребятки, всем спасибо за просмотр. С вами был Эрнесто, всем пока.